Седьмая серия турецкого сериала «Учитель», который выйдет на экраны Турции 25 октября, мы увидим следующее событие. Акиф решил показать ребятам, что происходит на улице и чем занимаются сотрудники правоохранительных органов. Для этого он развернул к ним ноутбук, чтобы они смогли все видеть. Когда Акиф разговаривает со своими учениками, то он старается не повышать на них голос, и тем более с его стороны не слышны какие-либо угрозы. Сами же ребята прекрасно понимают, что им нельзя злить учителя, иначе он не будет относиться к ним так вежливо. Вскоре Акиф сообщил ребятам такую новость, от которой им захотелось его поблагодарить. В школу пришла Зайнеп для того, чтобы попытаться помочь Акифу, который угрожает детям. Илмаз собирается сделать так, чтобы Зайнеп согласилась с ним сотрудничать, и тогда ему удастся сорвать коварную игру Акифа. Учитель не собирается отступать от задуманного, и он согласен отпустить весь класс только в том случае, если виновник согласится признаться во всем и сдаться в руки правоохранительных структур. Все уже устали от происходящих событий и не могут дождаться того момента, как покинуть школу. Акиф старается научить ребят тому, что они должны оставаться хорошими людьми и в любой ситуации, и самое главное, признавать свои ошибки. А мы напоминаем, что седьмая серия турецкого сериала «Учитель» выйдет на экраны Турции 25 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.